Добрый час, очередной день, очередная рабочая неделя. У нас обещают снег. Да так обещают, что прям кошмар, так вот прям снег, снег. Я уже в эти обещания перестала верить по той простой причине. Но будет снег, значит и будет снег. На данный момент его нету. Но одно из предсказаний метеослужбы сбылось. На улице холод собачий. И холод собачий из-за, соответственно, у нас солнце светит, но не греет. А утром вышла машина, у меня была, естественно, вся замерзшая, даже не знаю, какая, фрост. И чтобы ее отогреть, особенно лобовое стекло и заднее стекло, нужно было, естественно, ну, наверное, минут 15 машину погреть. Как всегда, у Марго нету этих 15 минут. И я тут вспомнила ТикТок, вот прям вот молодец. Сначала я была противницей вот этого ТикТока всего, но иногда вот за сколько, за 15, за 60 секунд, подумайте, за 15 или за 60 секунд, можно узнать что-то новое. Да, там много и того, и того, и того, но если с умом смотреть, то интересные, хорошие вещи выпрыгивают. И так мне выпрыгнуло, и мне Ксюша говорила по этому поводу, и мне выпрыгнуло вот как быстро defrost the car, разморозить машину, особенно лобовое стекло. И я думаю, так, сейчас я быстро проверю, сейчас я быстро проверю. Сидеть ждать 15 минут, пока само отморозится, времени нету, я бегом домой, я беру, как его зовут, я беру зиплок пакет. Благо, они у нас всегда наверху находятся. И Ксюша воду, ну и горячую воду. Наливаю горячую воду, зиплок пакет и бах-бах-бах. Готово дело, ребята. Меньше, чем за... Вот дотронулась и все. И стекло у меня чистое сейчас, лобовое. Двух зайцев убила. И разморозила, и стекло протерла. Так что вот такой вот момент у нас получился. Ну и подмахнула еще машина мужа, потому что он сейчас с ребенком в больницу поедет. Вот так вот быстро я нашла на ТикТоке. Если вы тоже смотрите ТикТок, скажите свои интересные моменты, которые вы применили в быту. Может быть, я что-то еще не знаю, может быть, мне что-то еще не появилось. И мне кажется, что для разных стран по-разному все показывают. Я как бы, я скроллю, и у меня в основном идет, что в основном американский идет. Может, мне нужно забить ключевые слова, чтобы переиндексировалось и показывали что-то по-русски. Так что вот так вот, если вы что-то, чему-то вас ТикТок научил, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А я продолжаю рулить на работу. У меня обед. И знаете, с одной стороны, у нас нет проблем с шоколадом. Но когда я открываю шоколадку, которую мне прислала мама из Москвы, шоп Аленка, ну ничего себе, вот, ну не поверите, на каком языке написано. Я смотрю, где изготовлено, товар года, бла-бла-бла, шоп Аленка, .com, бла-бла-бла. Знаете, на каком кондитерский концерт Бабаевский, да? В России Москва. А посмотрите, на каком языке сделано. Вторая строчка. Сейчас я попробую сфокусироваться. Смотрите. Один язык, а второй, мне кажется, это будет Израиль или что это такое? На каком языке написано? Как вы думаете? Вот. Вот это да. Мама знает, что это моя любимая шоколадка. И несмотря ни на что, хотя я говорю, что у нас шоколад есть. Мама прислала нам много, большое количество шоколада. Мама будет смотреть это видео. Я скажу, что Джеска, муж наш, что он сделал? Он тырнул шоколадки, по-моему, две или три маленькие шоколадки, и он дал, угостил своих, своего босса на работе. На следующий день приходит, говорит, а еще можно? Я говорю, ты свою норму скушал, дорогой. Иди в русский магазин, покупай. С орешками. Вот такой вот у меня обед, ланч. Какие ты купила? У нас они есть? Extra large. Вот эти вот. Extra large. Большие. Это я для мамы делала. Вот так вот, мама, посмотри. Конфеты у нас здесь есть.
и Аленка есть. Сейчас. Вот зашла я в русский магазин и думаю, что бы купить с такого. Смотрите, сырки у нас есть, майонезики. Маме. Вот вчера я такую купила штучку кави. Икорное масло. И с креветками, и с семгой. Смотрите, заправка для борща, мама. Мама увидит сейчас заправку для борща. Хреновищина. Сладкие вещи у нас тут. Возвращаемся к конфетам батончик. Смотри, мама, какие конфеты у нас тут есть. Батончики, батончики. И вот, когда наступает пора, хочется сервелада. Мы сюда приходим. Или Ксюша у меня вот темную сервеладинку любит. И вот мы затариваемся сервеладиками. На Новый год муж попросил купить рыбу. А, как она? Осетрину. Но он ее не съел. И мне пришлось половину выбрасывать. Представляете? О, какая, смотрите, рыбина. Она какая холодная, копченая, наверное. О, прям так хочется. Сейчас я попробую взять ее. Либо вот скумбрию взять, посмотрите. Сейчас я спрошу, сколько такой вот кусочек будет. Рыбина на $20. А что я буду, мама, за $20 рыбку кушать? Смотрите, даже мед у нас тут есть. Мед. Классическая икра. Кабачковый, цукини, баклажановая икра, сладости. Перловочка. Перловочка. Пастила, зефирчики. О, турецкий даже есть, смотрите. Турецкий делайт. В следующий раз, наверное, возьму турецкий делайт. Так вот. По вторникам мы с ребенком едим пиццу. Пиццу я уже заказала. Сейчас, пока я доеду до дома, ее к нам приготовят. Мне нужно будет зайти и купить. Еще забегу в магазин, куплю беленький хлебушек, потому что рыбку-то купила. А рыбку хорошо с белым хлебушком. Хотя, по-моему, Татьяна сказала, что лучше с картошечкой. Но у меня и картошечка есть, видите, от маски осталось. Еще есть такое ощущение, что маска на тебе сидит. Так что поехала дальше.